Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.0, 250 лошадиных сил. Машина 2005 года выпуска. Частого присутствия на Кипре, город Пафос, было решено приобрести автомобиль привычной марки Saab. Вариантов не было: прокатные ведерки, микролитражки надоели, да и невыгодно при нахождении больше полгода ездить на прокатных. В Англии был найден подходящий вариант, а именно Saab 9.5 Vector 2.0T в индивидуальном заказном варианте, о чем свидетельствует лист в сервисной книжке. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.